Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Ninja Legends. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка будет в описании. Буду использовать свой личный чит под названием Star. А для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на эту кнопочку Inject. Также здесь работает автоинжект. Так, все, ждем, пока здесь появится кнопка, то есть иконочка Easy Exploit. Так, этот сайт закрываем, который открывается. Все, мы заинжектились, отлично. И теперь вставляем вот сюда скрипт из описания. И нажимаем Xcode. Так, ну и как видите, вот он скрипт появился. Тут очень много функций разных. Покажу самые основные. Но вот, допустим, давайте Yunluck Island. Он, получается, автоматически откроет вам все острова. Полностью, которые есть, получается, здесь, в этой игре. Он сейчас полностью их все открывает. Все, как видите, все открыл. Все острова. Конечно, у меня здесь не писало то, что он их открывает, потому что они у меня уже открыты. Вот, но у вас напишет. Так, давайте пока что вот это вот все закроем. Значит, смотрите, здесь есть автофарм, плохой и хороший карм. Давайте включим. Так, где она у нас тут, я забыл. А, все, я понял. Я хорошую не могу фармить, я могу только плохую, да? Так, ну, эта функция, наверное, не работает. Либо же работает, просто я не вижу, сколько мне прибавляется, потому что у меня уже тут миллионы. А прибавляется, может быть, даже по единичке. Вот. Ну ладно, не суть. Автосвинг. Так, ну, как видите, автоматически у нас срабатываются сюрикены. Эта функция работает. Автосейл. Как видите, автосейл тоже работает. То есть я могу находиться в любом месте, у меня будет везде продавать. Так, это выключаем. Автосейл full, это я так понимаю, должно сразу же все продаваться. Не знаю, как точно он работает, но ладно. Авточи. Это автофарм чи, я так понимаю, да. Как видите, все работает. Я очень быстро тпхаюсь. Так, давайте отключим. Угу. Надо сделать ресет, окей. Так, все сделали с вами ресет. Также есть автофарм боссов. Давайте попробуем какого-нибудь босса включить. Ну, допустим, вот посерединке. Так, ну и как видите, тоже все работает. Дамаг вот он наносится. Также мне прибавляется XP и чи. Так, все отлично. Давайте пока выключим. Текаем отсюда. Также Auto Pet Levels. Это прокачка, получается, уровня вашего питомца. Я не помню, как она точно работает. Давайте включим. Так, окей, тут получается автоматически собираются чьи монеты. Но что-то он даже не прокачивается. Очень странно. Ну ладно. Так, давайте сделаем ресет. Чтобы эта функция отключилась. Так, немного подлагивает, ну ладно. Я надеюсь, она сейчас отключится. Так, ну все, вроде бы окей. Так, давайте в сейф-зону зайдем. Так, идем дальше. Автобай. Можем купить автоматический ранг. Давайте попробуем. Но мне кажется, мне не хватит. Да, мне не хватает. Также автоматически купить Sword. Это получается меч. Давайте включим. Так, и что-то он не покупается. Окей, давайте тпхнемся на самый последний остров. Вроде бы этот, если не ошибаюсь. А может быть, и не этот. Так. Да, это последний. Окей. А, значит, заходим сюда. Давайте смотрим, сколько следующая меч стоит. А, у меня как хватает. Окей, давайте включим тогда эту функцию. Так, это закроем. И что-то он не покупает. Странно. По идее, эта функция должна работать. Ну ладно, может, у меня какой-нибудь баг. Вы, в принципе, можете сами проверить. Может быть, у вас заработает. Так, автобелт. Я не помню, что это. А, все, это инвентарь. Давайте его попробуем включить. Так, ну вот здесь работает, как видите. Все отлично. Все он тут покупает. Здесь все окей. Так,
Автоскилл. Так, а скиллы у нас где? Так, скиллы вот здесь. Ну, скиллы у меня все куплены, я показать вам не смогу. Да, скиллы все куплены, окей. И авто... Бай сюрикен. Так, сюрикен у нас, по-моему, в скиллах находится. Так, заходим. И тут у меня тоже почти все куплено. Давайте включим. Может быть, он купит этот последний. Да, он купил этот последний и вот этот. Как видите, все работает тоже. Отлично. Так, идем дальше. Ну, здесь у нас автооткрытие пэтов. В принципе, это сами все можете проверить. Также автоэнчант. То есть, прокачка ихнего звания. Можно, грубо говоря, так сказать. И удаление. То есть, продажа. Так, следующая функция. Это, так понимаю, тоже продажа пэтов. Идем дальше. Так, макс джамп. Это, я так понимаю, у вас бесконечный прыжок будет, скорее всего. Давайте проверим. Либо же максимум прыжков 50. По-моему, он не работает. Да. Либо же работает. Не знаю, сколько там дается. Давайте глянем. Сколько там прыжков можно максимум купить. 28. Окей. То есть он все-таки прибавил нам прыжки. Нормально. Так, идем дальше. SP это получается видеть других игроков на карте. Как видите, они все внизу вот там. Все работает. Hide name это скрыть имя, я так понимаю. Давайте попробуем. Да, все, имя у меня пропало. И у других, скорее всего, тоже. Collect Evil Chest. Это плохая, получается, карма. И также есть хорошая. Но я ее собирать не буду. Также можно собрать автоматически все сундуки. Как видите, все вот. Он все сундуки сейчас потихоньку по очереди будет собирать. Которые есть на всех локациях, то есть на всех островах. Конечно, он может быть немного с задержкой собирает, но это работает. Так, ну тут по функциям вроде бы как все. Нифига себе, у меня сразу прокачались пэты. Ну-ка. Давайте чекнем. Да, они прокачались, как видите. Так, а разница есть? Ну-ка. Ну, как видите, разницы нету. Что прокачанный питомец, что не прокачанный. Окей. Так, фаст сюрикены, так понимаю, быстро кидать сюрикены. Так, ну вроде бы как работает. Да, все-таки он немного ускоряет, как вы могли заметить. А слов сюрикен, точно не знаю, за что эта функция отвечает. Ну ладно, в принципе не суть. Invisibility, не знаю, как правильно произносится. Это невидимость, да. Ну вы в принципе ее сами можете включить, окей. Так. Также получается, можно скрыть, получается, вот эту панель скриптов. Допустим, ну, давайте я сделаю на Q английскую. Так, нажимаю Q. Как видите, все функции пропали. Нажимаю Q, и они появляются. Окей. Ну, и последняя функция у нас. Также можно тут по отдельности тпхнуться на любой остров, как видите. Все работает. Так, можно к магазину тпхнуться. Но это, по-моему, не самый последний магазин, да. Есть еще выше. Скиллшоп также можно к скиллам тпхнуться. Потом к хорошей карме, к плохой карме. И вот это у нас царь горы. Окей. Так, давайте вот тут всех убьем. Кто тут стоит? Так, заберем плохую карму. Все окей. Так. Давайте уйдем отсюда. Так, а здесь у нас тренировочная арена, я так понимаю. Окей, на лаву можно тпхнуться, на торнадо. И вот на эту вот. Конечно, есть еще одна, но ее тут нету. Но я, в принципе, думаю, обновлю скрипт. Так что я думаю, она у вас появится. Вот. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал.
С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.